Ассаляму алейкум, аркадашлар! Мераба, дослар! Бүгін эфирде Кенни Балалэнд программасы. Ама көргенініз күбі, дослар, бүгін кияйынымыз башқа шекілде башлады. Не үшін деп сұрамыға істейсіз ма? Жобымыз қолай, чүнкі бұй фермызны тантаналы япачамыз. Бөлілік нен біз Балалэндің непетіке мефсімызны бітіреміз. Я статилерден сон есе сызны, вебызны, мерахлы, яны. Парлық ветілсымлы бір мефсім беклейжек. Сымды есе біз яйымнымызды башлаймыз, венеп беті келіп қамызды бақмаға теклеф әтеміз. Мерабы, дослар, бізді сұра Кенни дүниенің ән қадемей айманчықларына келді. Мен қаплы бақалар ақта айтам. Олар ер юзінде 200 миллион елдан берле аша екенді. Белки бұ себептен ама қаплы бақаларының өз байрамлары да бар екен. О, 23 майыз күні қайт әтілі. Кечкен байрамын қайырлы олсын, бақачық! Дослар, бой иванчихлар дүнгенің әрбір көшілдігінде еша екен. Ама бұдан бақмадан, қаплы бақалар ек ұлма дәрежесінде тұра. Сөз келімі, қаплы бақалар адамларыны анла екендер. Меселя, сіз оны сөксеніз, о дырал башыны қапына сақлай біле. Ама оларыны сөгмен, бақын, қаплы бақалы чықлар насыл мүлейім. Болесын ма, Физе, менім не үшіндір тәтелерге кеткенімізге кейфім де бозылды? Менім де өле, лекен біз раатланып, да, чоқ, үчен ешлемеге башлар. Әбет, ама серчілерімізден айрылмаға пек қиын меселе. Мен білесем, оларды бізні сағыныр. Мен де бұна әменім, бе оның үшін бұзымне беті кер рубрикамызның бақымаға теклиф әтем. Привет, ребята! В эфире рубрика «Чибер Эльчиклер». И сегодня мы сделаем кофейную игрушку. Из натуральной белой ткани, например, лен или хлопок, вырезаем нашу заготовку. Такие ткани лучше сохраняют аромат. Сшиваем две половинки, но не до конца, оставляя место для набивки. А кто не умеет или не любит шить, можно воспользоваться клеевым пистолетом. Выворачиваем нашу игрушку и набиваем ее холофайбером. Проклеиваем игрушку потайным швом. Для ароматной пропитки смешаем любой растворимый кофе 1 столовую ложку, добавим 2 грамма ванилина и 1 чайную ложку корицы. Заливаем это кипятком и хорошо перемешиваем. А
второй стаканчик добавляем 1 столовую ложку клея ПВА, разбавляем 2 столовыми ложками холодной воды, также хорошо перемешиваем. Объединяем 2 смеси и жесткой плоской кистью хорошо пропитываем нашу игрушку, уделяя особое внимание швам. Просушиваем изделие феном. Наша основа готова. Осталось ее только расписать. Я буду использовать акриловые краски по ткани. Маркером делаем набросок, а с помощью тонкой синтетической кисти раскрашиваем нашу игрушку. На ткани работать немного сложнее, чем на бумаге, так как она имеет фактуру. Нужно работать медленно, аккуратно. Но я верю, что у вас все получится. Чтобы оживить глазки, а носик сделать объемным, добавим белые блики. Наш кофейный состав мы закрепили клеем ПВА, поэтому такая игрушка будет радовать своим ароматом целый год. На этом мы с вами прощаемся. Не переключайтесь. Кыриш кенджи! Алия, юхарда достлар, москидыр ленемыз деп айттылар. Сен олардан разысын ма? Мен эм разым, эм пек разы дегелім. Бунасыл, ала тұрсын ма? Эбет, тәтілге кеткенімізге мен де кедірленем. Амма пек мераклы мефсін башлай жағанымызға қуанам. Аферин сана, менде есетек музбет дұйғылар бар. Тәтіл вияз мефсімі башлай жағына қуанам. Маңа әсені бедеке рубрикамыз музбет дұғылар бере. Сері тәміз дұстылар! Привет, друзья! Ну что, не устали отдыхать? Потому что у нас с вами время немножко поучиться и узнать еще кое-что новенькое. В прошлый раз мы с вами познакомились с магнитами и магнитными мостами, а сегодня мы познакомимся с магнитным маятником. Вот он, знакомьтесь, магнитный маятник. Все мы с вами знаем, что маятник – это какой-то груз, который качается на подвесе. А как же работает наш магнитный маятник? Я запускаю магнитный маятник двигаться по прямой. А он, посмотрите, какой непослушный, двигается куда ему угодно. Я хочу запустить его двигаться по кругу. А он совсем непослушный. Ну что же это за маятник такой? Почему же наш маятник такой непослушный? Ну начнем с того, что в основании нашего маятника, вот здесь снизу, есть магнит. А под нашим космосом спрятаны магнитные шашечки. Это такие плоские кружочки. У магнитов есть полюса. На картинках они обычно обозначаются красным и синим цветом. Это плюс и минус. Так вот, ребят, плюс к минусу притягивается, а минус от минуса и плюс от плюса отталкиваются. Разнополярные магниты притягиваются, однополярные магниты отталкиваются. Вот и у нас здесь с вами однополярные магниты, то есть плюс и плюс. Магниты друг от друга отталкиваются и создают такую хаотичную траекторию нашего маятника. Такой вот непослушный магнитный маятник. А зачем же нужны магнитные маятники? С помощью магнитных маятников люди ищут всякие полезные ископаемые, да, например, железную руду. С помощью большого маятника они проходятся по земле, и если вдруг маятник начинает качаться, значит, где-то там есть залежи железной руды. Вот так вот магнитные маятники помогают во всяких производствах. А у нас это просто маятник-непослушка, качается целый день в разные стороны. Вот и вся его работа.
Хоть мой маятник и такой непослушный, вы, ребят, оставайтесь послушными. А мне на этом пора прощаться и воспитывать мою непослушку. Пока-пока, ребят, не переключайтесь, впереди еще много интересного. Достлар, бұшым дүкәлейінен әкіміз сізлерге мұрал жат әтмеге істейміз. Әбет, достлар, біз тәтілге кетеміз, ләкін іштімай яғында кесәйфеміз чалыша. Сіз адына өз істек ветеліклеріңізіні яза білесіз. Біз ісе оларының әпісіні яңы мәвсімде еріне кетірмеге тұрышарып. Әлие, мен белесім сержелеріміз әнді сабырсызлық недяны мәвсімні бекілейлер. Біз де оны бек бекілейміз. Ама бүгін кейянымызны да дәвам әтмеге ұнытмаймыз. Әке үч. Бал, әке үч. Бал, менім күч. Бал, менім күч. Мен түрке кетем. Әлие, біз бүгін яңылық деп жоқ айттық, ама яйынымызда да дыныш мүйтік шейлер олажақ, е? Әбет, достлар, қасебет етмең, сіздің бегенген рубрика веліп қаларымызны сақылап қалажамыз. Олардың сұрасына да ұтанмайып, балалайын сайфемізге яса білесіз. Біз ісе әбісін оғырынып, бұтын тевселеріңізні қабыл әтерік. Сөз келімі дыныш мүйтік рубрикаларымыздан бірі, ана тілімізні оғыреткен лұғатчық рубрикамыз. Бақамыз, достлар! Сәлем алейкум, балачықлар! Лұғатчық рубрикамызның вақыты келді. Мерсімнің соң кеяйыны ве бүгінкі программамызда да чоқтан-чоқ мерақлы сөзлер янғырады. Оларыны текрарламаға азырсыз мы? Демек башлаймыз! Тантаналы, торжественно. Мерсім, сезон. Парлак, яркий. Тылсымлы, волшебный. Ташбақа, черепаха. Қаплы бақа сөзі да черепаха оларақ тәржіме етіле. Сөгмек, ругать. Қап, панцирь. Айрылмак – расставаться. Утанмак – стесняться. Тілек – пожелание. Тевсие – совет. Яз айлары – летние месяцы. Шаламак встречать. Балачықлар, огымызды бізні узон ратлық беклей. Ама бұ вақыт үшінде де сіз ана тілімізні өгренмеге әп девам етініз. Біз ісе сізлернің келеджек мерсімге қадар сағлықлашамыз. Лұғатчық рубрикамыздан айрылманыз, ве ана тілімізні гүзел біліңіз. Достлар, біз тәтілге кетеміз дедік. Ама әне сас тілігімізні айтмадық та? Бізімі сас тілігіміз көзел ратланмақтыр. Арқадашылар, көшеріңізні топлап, бізні яңы мәсімде қолбашын қақшылмаға тілейміз. Тәттеріңізні көзел кечіріңіз, ве әр вақыт бізнен олыңыз. Біз сізлеріні қуландырмаға, ве мерақландырмаға тұрышы жақмыз. Яз айларында есе, сіз үшін жалаша жамыз. Яңы эфирлерде көрішкенде!